Несвоевременная оплата штрафа в ГИБДД. На юридическом языке это называется уклонение от исполнения административного наказания. Нарушители выявили в ходе рейда приставов. Житель Московского района Чебоксар в августе 2013 года совершил 3 административных правонарушения, за которые был привлечен к административным штрафам в размере 800, 500 и 500 рублей соответственно. А в сентябре еще одно уже на сумму 300 рублей. Ни один штраф нарушитель не оплатил, за что был принудительно доставлен к мировому судье. А тот уже прибавил к денежным взысканиям 9 суток ареста и 50 часов обязательных работ. Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике напоминает, если вы хотите встретить Новый год в кругу семьи, а не в спецприемнике, позаботьтесь, чтобы погасить задолженность по штрафам вовремя.